Vă prezentăm anvelopele LASA, produse de renumitul concern Brisa Bridgestone. LASA, combinații optime dintre preț și calitate pe piață de la Masterlux, cel mai mare depozit de anvelope de iarnă în Moldova la cel mai bun preț, pe strada Petrican 5 fracții 1. Sună acum 901090. Ну, скажу, что игра получилась довольно легкой. Мы знали, что Заря мало пропускает в первом тайме, поэтому очень хотели забить, и быстрые голы нам в этом помогли. Считаю, что именно они и решили исход, и исход столь крупный. Можно ли сказать, что итог первого тайма позволил вам во втором тайме попробовать какие-то новые связки, комбинации? Или вы сыграли консервативно? Мы выпустили, нет, мы сразу дали, так скажем, отдохнуть одним футболистам, дали игровую практику другим. Естественно, мы уже решали задачи на будущее, но мы хотели играть так же. Я просил обязательно забить во втором тайме, поэтому задачу минимум ребята на второй тайм выполнили. Но что касается игры, конечно, игра была уже не такая содержательная, не такая яркая. Ну, было много брака было. Довольны ли вы прогрессом Михаила Платика в вашей команде? Ну, мне кажется, что он должен играть лучше, потому что есть еще, так скажем, над чем работать. Я вижу, что есть еще для совместной работы у нас еще, так скажем, и время, и необходимо нам время еще. Скажите, а почему на поле сегодня не вышел Мамаду Диалло? Не дали бы ему шанс проявить себя? Ну, к сожалению, потому что 4 замены только у нас. Вы по приоритету, да, расставили так, что он не вышел? Да? Ну, он у нас вчера играл за Зимбру 2, поэтому у него там была практика. Но согласитесь, что всем тоже невозможно дать. И здесь просто-напросто был такой выбор, вот и все. Vă prezentăm anvelopele LASA, produse de renumitul concern Brisa Bridgestone. LASA, combinații optime dintre preț și calitate pe piață de la Masterlux, cel mai mare depozit de anvelope de iarnă în Moldova la cel mai bun preț, pe strada Petrican 5 fracții 1. Sună acum 901090.